Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Большинство из нас не могут себе представить утро без чашки кофе или чая, особенно если предстоит длительный ранний перелет. Однако немногие знают, что бортпроводники, предлагающие эти напитки пассажирам, сами их не употребляют. И вам также необходимо хорошенько дважды подумать, прежде чем заказывать чай или кофе на борту авиалайнера. Любой, кто когда-либо совершал перелет ночью или рано утром, знает, как его сложно пережить нашему организму. Чашка горячего чая или кофе может показаться великолепным способом ослабить это напряжение. Но члены команд авиалайнеров довольно скептически относятся к такой идее. Все дело в том, что вода для горячих напитков поступает из крана, а не из бутылок. В итоге желанное питье может оказаться не только неприятным на вкус, но и содержать опаснейшие бактерии. В соответствии с исследованием EPA, проведенным в 2004 году, бактерии кишечной палочки были обнаружены в 15% напитков, изготовленных в 300 авиалайнерах. Также этот микроб был найден в двух резервуарах для воды. Известно, что некоторые виды кишечной палочки продуцируют токсины, которые могут нарушить деятельность почек, центральной нервной системы и сердца. Сегодня, по крайней мере, один из 8 воздушных судов нарушает нормы безопасности воды, ведь резервуары на борту самолета заполняют водой из шланга в аэропорту. Доктор Седрик Спак, специалист по инфекционным недугам из медицинского центра Института Бейлор, настоятельно рекомендует путешественникам с ослабленной иммунной системой избегать употребления горячего питья на борту самолета. Он также утверждает, что родители должны несколько раз подумать, прежде чем наполнять бутылочку ребенка водой из-под крана. Никогда нельзя быть уверенным в том, что резервуар для хранения воды на борту самолета чист и продезинфицирован. Конечно же, его чистят и моют. Но даже экипаж понятия не имеет, когда это делается и каким образом. Возможно, многим сложно поддерживать свою энергию в раннем полете без кофе или чая, но здоровье всегда должно быть вашим наиглавнейшим приоритетом, поэтому в следующее путешествие, вместо того, чтобы горячие напитки заказывать на борту авиалайнера, покупайте воду в бутылках, благо сегодня в магазинах предлагают внушительный ассортимент питья. А употребляешь ли ты горячие напитки на борту самолета? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.